Сателлетка – это утопия. 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 Нет, утопия. Мы это все предвидели. Провал. Нет. Провал. Провал. Успехи социализма. Забойщик шахты «Центральная Ирмина» в Донбассе Алексей Стаханов вырубил за одну смену 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз. Что? 14 раз? Невероятно! Предела техники им не перешагнуть! Ширит Стахановское движение, ломая старые технические нормы. Звонки, как птицы, одна за другой, и не летят над советской страной. Песню на небо родами полезет, стало лучше, жить стало веселее. Дружна страна и растет, и поет, и с нею новое счастье кует. Глянешь на солнце, и солнце светлей, и стало лучше, и стало веселей. Глянешь на солнце, и солнце светлей, и стало лучше, и стало веселей. Хочется в синеобъятной страной Сталину
крикнуть спасибо, родной. Долгие